Оценки проставлены, учебники сданы, школьная форма убрана далеко в шкаф. Впереди 3 месяца беззаботной жизни, разнообразить которую можно в лагерях с дневным пребыванием. Они будут работать все лето на базе 48 образовательных учреждений района. Все образовательные учреждения проверены. Там, где открыты лагеря с дневным пребыванием, была создана межведомственная комиссия. Все лагеря проехали, посмотрели специалисты и дали заключение, что все учреждения готовы к приему детей. И за безопасность мы спокойны. Открытие лагеря в Одинцовском центре эстетического воспитания для школьников – событие долгожданное. Те, кто побывал там хоть раз, мечтают вернуться. Программу летнего отдыха педагоги продумывают до мелочей, чтобы дети отдохнули и получили много хороших впечатлений и новых знаний. Здесь мы ходим в парки, куда-то на экскурсии, ходим в свой книжный. Иногда приходят праздники, и мы делаем всякие поделки и устраивают игры. Церемония открытия лагеря в самом разгаре, а отдыхающие уже заняты делом. На мастер-классе педагогов от СЭВа можно было и вырезать из бумаги журавликов, и делать обереговую куклу. Лоскуток, нитка и, например, зайчик готов. Первую куклу, которую делают, оставляешь для себе. А вторую уже дарят, и она уже будет как оберег для всех остальных, кому ее дарят в подарок. Места в летних лагерях с дневным пребыванием очень востребованы, поэтому об отправке туда своего чада лучше позаботиться заранее. Если же этого сделать не удалось, в управлении образования Одинцовского района готовы дать информацию о наличии свободных мест. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».